Друзья, всем привет, с вами Санек. В общем, мы на новом канале. Канал посвящен чисто только вашим комментариям. Комментариям, которые повторяются. Это не разовый комментарий, это систематический. И вот, пожалуйста, видео-ответ. Самый популярный, можно сказать, вопрос. Как, Санек, как с тобой связаться? Ну, элементарно просто. Разверните описание и найдете всю нужную информацию. К любому видосу, абсолютно к любому видосу. Хейтеры, беситесь, где вы? Видно, да? Видосу, шикардосу. Вот я такой. Разворачиваете номер телефона, еще какая там нужная информация, да, там группа самодельщиков, все там, в описании. Элементарно просто. Позвонить, ну бывает, я не беру трубки, потому что работаю вот в мастерской. Сварка, болгарка, у меня наушники одни, наушники другие. Все это вот так вот и буквально целый день. Даже прикупил, вот, мужики, вот такого плана наушники активные. Для того, чтобы, ну, для того, чтобы, когда работаешь, они включают, эту децибелы глушат. Когда перестаешь работать, хотя бы начинаешь слышать тот же самый телефон. Вот, тут приходится вот так вот выкручиваться из ситуации. В основном я на связи на голосовых. WhatsApp, Telegram в основном. Установлен Viber, кому очень тяжело, и никто не знает, что такое WhatsApp и Telegram, да? Viber. Установлен мессенджер от Яндекса, та же самая социальная, можно сказать, сеть, да? Установлена Аська для тех, кто совсем вот еще с тех времен, которые до сих пор мужики шлют СМС. Я реально, вот я не знаю, я бы с удовольствием с вами пообщался через СМС. Снимаю все вот с первого кадра, потому что я уже устал, у меня уже 148 дубль. В общем, как скажу, так и будет. СМС. Я рад бы вам ответить, но я не могу. У меня прошит телефон на индонезийскую прошивку, да? Ну, те, кто в теме, знают, для чего прошивают телефон на Индонезию, либо на Индию, на этом останавливаться не будем. Плюс поменян тарифный план. Кстати, интересная история. Возможно, сюда скину видос, точнее не видос, а запись разговора с оператором по смене тарифного плана. Тариф у меня подешевел в 3 раза. Я без лимита остался. СМС. Я не могу ответить. У меня не подключены службы. У меня нет этих пакетов. Я печатаю. Человек мне звонит. Точнее, пишет СМС. Видит, что я пытаюсь отправить. А они не улетают, СМСки. Человек звонит. Оказывается, с Красноярска. Говорит, я вижу, что не доставлено. Человек звонит. Говорит, ну, пообщались. Ну, объясняю, что так и так, бесполезно. Вот. Следующее, что после СМС будет, что почтовый голубь постучит в окно, сядет на подоконник. Кто еще? Гонец в ворота начнет долбить, или, я не знаю, письмо почтальон принесет. Но мы живем в 21 веке, мужики. Мне удобно общаться по мессенджерам. То есть человек оставил голосовое, текст, я освободился, прочитал, ответил и дальше занимаюсь. Все, я не жду ваших звонков, я могу их не слышать. Вот и все, элементарно просто. Вот, а список у меня там вообще все вот так вот. Всем тоже я не могу вот так вот, ну по мере возможности. Там некоторые обижаются. Вов, не обижайся, запилю я видосик про вот этот узел, где крепится тяга. Вот специально для тебя на этом канале будет этот видос. Ну, дружище, ну я не могу вот разорваться. Я рад бы всем помочь. Ну, вот как-то так. В общем, понятно, да? Как со мной связаться? Все контакты мои в описании под каждым видео, под любым видео. Набираете просто в поисковике в любом. Санек 23 Рус. Вам выбивают
канал, открывайте любой видос, разворачивайте описание, мой контакт там. Почему я не встраиваю их номер в видео? Потому что он может в любой момент поменяться. Мне проще взять, выделить все видосы в редакторе, изменить описание, вставить нужный номер и одним нажатием пальца изменить контакт во всех видосах. Вот, мне просто так проще. Вот такие вот дела. Ладно, я думаю, поняли. Всем пока. Следующий видос не за горами. С вами был Санек. Скоро увидимся.